Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале InstaTV. С вами я, Тахмина Соломова. Евро продолжает падать на фоне повышенных ожиданий, что Европейский центральный банк объявит о дальнейших мерах монетарного стимулирования на своем заседании на следующей неделе. В начале четверга пара евро-американский доллар снизилась на 0,13%. До уровня 1.0615, приближаясь к минимуму среды 1.0565. Уровни поддержки пролегают на 1.0620 и 1.0565, а уровни сопротивления на 1.0633 и 1.0720. Евро остается под давлением на фоне ожиданий декабрьского заседания ЕЦБ, где планируется приступить к реализации мер для борьбы с замедлением экономического роста и снижением инфляции в еврозоне. Сегодня вышли данные по ВВП Испании, которые подтвердили сильный рост экономики государства. Экономика Испании в третьем квартале выросла на 0,8% после повышения на 1% в предыдущем квартале. А за год ВВП страны увеличился на 3,4%. Данные полностью совпадают с предварительной оценкой, которую предоставило статистическое бюро. Несмотря на это, еврозона все-таки продолжает показывать замедление в экономике, не давая ЕЦБ повод усомниться в правильности решения относительно принятия соответствующих мер. Евро продолжает падать, и аналитики прогнозируют дальнейшее давление на валюту вплоть до заседания. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaTV. Оставайтесь с нами.